Всем доброго дня. Сегодня мы расскажем вам про теплицу Павильон 3М. Ширина 3 метра, длина 8 метров. Особенности в чем? Стена прямая 1,65 м и высота в коньке 2,40 м. В этой теплице, значит, комплектация максимальная. Две двери, две форточки. Двери распашные с форточками, разрезные. То есть две фрамуги с автоматами. И особенность то, что одна стена, которая выходит во двор, покрыто стеклом. Все остальное сотовым поликарбонатом, соответственно, защитой сот, перфо плюс профиль. Также есть система подвязки. Каркас, как обычно, изготовлен из оцинкованной профильной трубы 20x40 и 20x20 с последующей полимерно-порошковой покраской. Сейчас мы с вами пойдем внутрь и посмотрим. Также там установлена система подвязки. Пойдемте. Как видим, у нас снегопада, снег вышел. На павильонах хоть как снег лежит, но у нас гарантия 10 лет по снеговой нагрузке без ограничений, поэтому снег чистить наших теплиц не надо. Теплицу, значит, двери, как обычно, у нас, видите, дверь с форточкой. Открывается изнутри и снаружи ручка. Можно ее открыть, зафиксировать, как мы видим, на крючок. Также можно открыть целиком дверь. Даже снутри закрывается, все вешается, вот так фиксируется на крючок, как мы видим. Вот так вот раз. Арки изготовлены в виде ферм. Внутренняя труба 20x20, внешняя 20x40. Вот такие усиленные мощные арки для того, чтобы выдержали любую снеговую нагрузку. Трасса. Видите, система подвязки натянута. С двух сторон по две нитки, так как грядки широкие здесь у нас сделаны. Это не очень удобно, но заказчики сказали, будут привыкли уже так работать в теплице. Так как у нас стена одна стеклянная, установлено 4 диагональных усилителя для того, чтобы конструкция была жестче и стекло не лопалось. Это уже проверено временно. Например, на поликарбонатной стене здесь всего лишь 2. Раз и 2. Система проветривания заключается в том, что двери и форточки в дверях с двух сторон. Они у нас большие, большого размера, то есть где-то примерно 800 на 900. Также и вверху фрамуги автоматические. Видите, два автомата сейчас, как зимний период, они отключены. Также у них установлены, как мы видим, вот эти цепочки, чтобы от опрокидывания сильные порывы ветра, чтобы не порвало их. Пружины возвратные стоят для термоприводов. Вот такая мощная, классная теплица. Заказчикам все понравилось. Здесь раньше стояла, как обычно, старая стеклянная теплица. Сейчас у нас стоит мощная теплица. Вот такая. Валера, вот и хозяин сам. Иди сюда, расскажи. Хватит уже шашлыки готовить. Мы... Нет, все, я ничего рассказывать не буду. Почему ты? Иди сюда, рассказывай про теплицу. Мне все понравилось, все хорошо. Вот видите, какой он стеснительный. Надо хозяйку ловить. Счастливых приобретателей нашей модной теплицы. Шашлыками нас сейчас будет кормить. Прошлые выходные ставили теплицу Павильон со стеклом. Видите, вот это лицевая во двор, это стекло все стоит. Чтоб Валерий Батькович наблюдал за своей женщиной топлес, да? С окна, со второго этажа вот. Марина. Да, слушаю я вас. Ну рассказывай. Не знаю, что замерзла. Прихожу, замерзла все. Показать товар лицом не могу. Как-то не можешь. Все, мы снимаем. Вот павильон. Вот высоко лента для меня. Я маленького роста. Да. Я попросила их пониже. Да, вот было. Так я просила. Нет, если так сделать, то они провиснут под тяжестью помидор. Она говорит, чтобы он там был зацеплен. Вы, говорит, понимаете, говорит, я их просила. Они сказали, не полагается по технологии. Я говорю, так технологию пора менять. Нет, ты, Марина, делаешь... Как все делают веревочки сюда раз и подвязки до пола один раз. И все отлично. Рассказывай, как теплица тебе нравится? Да мне очень нравится. Все остальное пойму только в мае, когда посажу растения. И использую, как говорится, практически. Большая грядка, как ты ее обрабатываешь? Да, как работает? Она ходить по ней будет, как сейчас ходит, да? Нормально обрабатываю. Вот слушайте садовода, как надо. Да, ну она не шире. А я по краям чуть-чуть. Тут-то грядки вообще по 1,30 м, походу, да?
Да. Ну, будет ходить по ним прям, да, а и все. Я по два растения же сижу. Нормально. Да? Промуга автоматическая. Автоматы отцеплены. Вот то. Ну, вот так надо, чтобы висели. У меня сейчас вот здесь. Смотрите, какая огромная теплица. Растений-то нет. Да буду, значит буду. Я же уже покатала. С одной стороны дверь с форточкой. С другой стороны дверь с форточкой. И стена, вот это стекло. Вот такая вот красота. Дети жарят шашлыки, а мы снимаем обзор о теплице. Также поликарбонат самый лучший премиум класса стоит. Видите, все соты защищены перфолентой и торцевым профилем. Везде. Также стоит уголок угловой, перелив стеновой. И вот такая стена стеклянная. Сейчас замерзла теплица, видением покрылась. А так со двора получается стекло. И как мы видим, а с другой стороны соседние крыши торцы поликарбонат. Такая красота. Заказывайте у нас теплицы, ставьте лайки, палец кверху, подписывайтесь, зовите друзей, рекомендуйте. Всем пока, до свидания.